Друзья, у нас давно не было рыбных рецептов. Готовим обалденно вкусное рыбное рагу из скумбрии у вас дома. Погнали! Берем небольшую миску или сотейник, высыпаем 100 грамм муки, щепотку большой соли, небольшое количество молотого перца, 1 чайную ложку паприки. Все тщательно перемешиваем. Берем 2 очищенных скумбрии среднего размера и нарезаем на небольшие куски. Перекидываем нашу скумбрию в муку, тщательно стряхиваем. Берем 3-4 зубчика чеснока и мелко шинкуем. Добавляем 2-3 столовых ложки растительного масла, наш чеснок и обжариваем нашу скумбрию до золотистого цвета. Нарезаем полукольцами 1 головку лука и добавляем нашинкованный лук, 2 средних томата и также нарезаем на кубик. Добавляем томаты к рыбе, аккуратно перемешиваем. Туда же добавляем 50-100 грамм оливок или маслин, сок 1 лимона и 50 миллилитров воды. Накрываем крышкой и томим на среднем огне 25 минут. По желанию можно посыпать любимой зеленью. Ребята, если вы также любите скумбрию, как и я, это блюдо вам точно понравится.